Представители более 20 турагентств из Минска, Ростова-на-Дону, Москвы, Рязани, Костромы, Волгограда и Севастополя познакомились со СПА-возможностями наших санаториев и пансионатов. Сегодня совершили экскурсию по городу, побывали на песчаных пляжах Анапы. Радует, что впечатления у гостей остались только положительные. Когда-то, будучи студенткой еще, в совхозе ДЖМТ мы убирали виноград. Тогда я совершенно не предполагала, что Анапа через много лет станет таким интересным для отдыха, для путешествий городом. И сегодня это приятно удивляет. Обзорная экскурсия по городу гостей впечатлила. Отметили чистоту городских улиц, эффектную набережную, впечатлились цветниками и редкими видами растений, высаженных к началу нового курортного сезона. Положительные отзывы и об анапских здравницах, отелях и санаториях. В 2012 году вот мы с коллегой здесь были, в Анапе, Геленджике, то есть мы еще не поехали, но Анапа тогда не впечатлила нас так, в 2012 году. Сегодня, то есть мы очень восхищаемся, то, что вот идет порядок, то есть она обустраивается, то есть она красивая, то есть мы увидели действительно пляжи красивые. Мы очень восхищены, нам есть с чем сравнить, поэтому как бы вот с тем же Египтом, то есть там уже такое, знаете, немножко уже подношенное, то есть эти отели, то есть все, то здесь мы увидели такую вот... Уровень высокий, можно сказать, да. Поэтому мы хотим донести вот это вот все до нашего белорусского туриста. Анапа стала отправной точкой экскурсии. Участники инфотура также посетят Геленджик, Сочи и другие курорты Краснодарского края.